футболе можно долго говорить, о тактических схемах, о перестроениях. Я сегодня хочу просто покланяться своим футболистам, поклониться и поблагодарить их за то, что в той ситуации, в которой они находятся, они выходят и играют. Честно делают свою работу. Сегодня они это очередной раз доказали. Игроки, которые очень долгий срок не получают заработной платы и премиальные, выходят и делают свою работу. Сегодня я им благодарен за все, за понимание, за ту игру, которую они сегодня показали. Спасибо, больше ничего.